Дорогие мои друзья и зрители моего канала, всем привет! Сейчас вам расскажу, чем я занимался весь апрель и начал, ну и 6 дней мая на заднем огороде. Ну, это вы уже грядку видели, это под огурцы. Короче, я сюда убрал весь перегной до земли. Потом, как помните, у меня осень еще из соседних роликов. У меня были две дорожки, на которых было сверху насыпана глина. Так вот, я всю глину снял и поселил сюда. Это навозный гучи. Это того года навоз, это этого года навоз. Эту грядку подготовил под картошку. Эту грядку я подготовил под свеклу сахарную. Вот я отсюда, короче, снял 20 сантиметров перегноя. Сейчас расскажу, почему снял. А потому что слой навоза был большой. И нижним слоям навоза просто не доходила влага. И поэтому он весь побелел. Видите? Это старый навоз. Хоть как бы ни говорили, что после каждого дождя перегной улучшается, но, к сожалению, 20 сантиметров перегноя ни дождь, ни снег, ни полив не могут пробить. Потому что вся влага остается только в перегное. Он себя впитывает как губка и не пускает дальше вниз влагу, к сожалению. Так, идем дальше. Эту грядку я сформировал под картошку. Это сено без навоза. Ну, это дорожка из перегноя, которую я снял с той грядки. Часть здесь, часть здесь. Эпопея с высокой грядкой у меня продолжается. Я сюда буду сеять тыкву. Туда буду тыкву сеять, в тех белых мешках перегной, который я приготовил. Сеструхи скоро заберут. Вот грядки. Раз, два, три. Тыкву я в этом году буду мульчировать, поэтому от соседа натаскал сена ненужного. Сено, короче, буду мульчировать. И вот что стало с соломой, которую я таскал осенью. Так она уже почти вся перегнила. Вот тут быстрее будет. Ну вот, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем желаю мира, здоровья и добра. До новых встреч. Пока-пока.